Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 222. Как сохранить дар Духа Святаго после крещения? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Познав, что нужно иметь правильно полное крещение с трёкратным погружением в воде для прощения грехов, и приняв его, очень многие на этом и останавливаются, не зная, что же делать дальше. А нужно было еще до крещения этот вопрос поставить во главу жизни. Как развить таланты, что есть в наличии, то есть определить свое духовное состояние. Прежде чем давать приращение талантам, нужно их хорошо рассмотреть. Матфея 13:52, цитата. «Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Иные дары бросаются в глаза и очевидно для всех, а иные нужно выявлять, раскопать, как тлеющий уголек, и раздувать их в пламя. Главные дары – это любовь, сострадание, отвержение самого себя, страх Божий. С первого же дня нужно определить маяк, Слово Божие, и абсолютно все рассматривать во свете Библии. Ищи хорошего духовного руководителя. Сноска. Смотри нашу книгу, в кавычках, «К истинному православию», глава, в кавычках, «Отцы и дети». Самое ценное – определение душ для Христа, и этим определяется все. О том, чтобы прятаться в пустыне, в дупле, совершенствуя самого себя, об этом нет даже мизерного намека в Библии. Умножение дара Духа Святаго, таланта, возможно только в миру. Иоанна 17:15. Цитата. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла».